Продолжение темы. В стране больше 70 железнодорожных переездов нуждаются в реконструкции и являются потенциально опасными. Об этом сегодня в кулуарах правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития. Он добавил, что сейчас комиссия занимается расследованием произошедшего ДТП на станции Шамалган, но во время инспекции в поле зрения попадут и все аналогичные проблемные участки дорог. Мониторинг мы, естественно, проводим. Еще раз говорю, 139 пересечений с автомобильных и железных дорог. Из них 76 в одном уровне. Они все, естественно, составляют потенциальную опасность, но их нужно правильно эксплуатировать. В настоящее время на всех проектах, которые мы реализуем по реконструкции, капитальному ремонту, у нас идет строительство путепроводов.